Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму универсальную заготовку из свеклы. Ее можно потом использовать для приготовления различных салатов, при варке борща или просто кушать с хлебом. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Сваренную до готовности свеклу очищаем от кожицы и натираем на крупной терке. Вес свеклы в чистом виде 2,5 кг. Затем помещаем все в кастрюлю с толстым дном. Добавляем 20 граммов соли, 10 граммов лимонной кислоты, 120 граммов сахара, 150 миллилитров подсолнечного масла без запаха. Хорошо перемешиваем. И отправляем на плиту. Доводим массу до кипения на среднем огне под закрытой крышкой. Периодически ее мешаем. Когда икра закипит, убавляем огонь и тушим ее под закрытой крышкой ровно 15 минут. Время от времени содержимое кастрюли перемешиваем. Через 15 минут раскладываем свеклу вместе с соком по сухим стерильным банкам. При этом хорошо ее уплотняем. Как стерилизовать банки и крышки, можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Дальше банки закатываем, переворачиваем вверх дном, накрываем чем-то теплым и даем в таком состоянии полностью остыть. Из указанного количества продуктов получается 5 пол-литровых баночек икры, плюс немного на пробу. Вот и все. Универсальная заготовка из свеклы на зиму готова. Хранить ее можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.